Всем привет, друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные улицы 2». И достается нам шустрое бронзовое кольцо. Да, обычное, простенькое, которое нам не нужно. Ну что, пожалуй, мы, наверное, с вами начнем с испытания, а потом уже пойдем на основную сюжетную линию. Так, давайте-ка заходить на улицу. И у нас лжечная игра. Вот оно как. Уровень сложности нормальный, поэтому давайте приступать. И, кстати, куда у нас подевалась волшебница? Я ее хочу купить, а в магазине ее почему-то нету. Как-то не странно. Ну, какой нам дадут эффект? Положительный или отрицательный? Так, хиллершу лишили оружия, также и боя. Жаль, конечно. Ну-ка, давай, Фортуна, улыбнись мне. Ага, балалайку дали, как всегда, отравление. Хоть бы раз за всю игру, ребята, мне бы дали положительный эффект. Постоянно то защиту понижают, то отравляют. Ладно, разберем и так. Я в этом уверен, ребят, потому что уровень сложности, как я говорил, нормальный. И здесь я слишком хорошо прокачанный. Получила свое. Ну и сейчас она будет вызывать вспомогательную помощь. И кто это у нас будет? А ну-ка. Ага, боксер и стрелок. Ладно, для нас это не проблема. Сейчас быстренько их разбомбим. Делаем неуязвимость и потихоньку начинаем их разбирать. Надо хилку немножко усилить. Отлично. Все, остался лишь боксер, которого сейчас и запуляют. Да, он готов. Ну, где, кто? Ассасинка, давай, выходи. Что-то она не хочет. Стоит там, точнее сидит, грустит. Ну, что такое, что за проблема, я не могу понять. Ну-ка, бочку эту уберем отсюда. Ха, ага, вот она, очнулась. Давай, иди сюда, подходи, буду тебя бомбить потихоньку. Так, у меня, ребят, что там? Оу, как много бочек. Да ладно тебе, еще этого уродца не хватало нам. Так, ладушки. Появился у нас старик, да, значит? Старый кунг-фуист. Сейчас мы его будем тоже, ребят, наказывать. Так, у меня все живы, да, пока все. Подхилились. И начинаем, ребят. Опять стрелок, боксер. А куда она сама-то делась? Я не вижу ее. Вон она опять села. Ладно, хотя бы одним врагом меньше у нас здесь. Так, нету. А, не успел, не успел, ребята, я. Ладно, ничего страшного. Как видите, хпшки у меня, у моих бойцов в норме. Отнимают они не так уж много. Поэтому можно себе здесь позволить небольшие оплошности. Но главное вот этого вот старика нам как можно быстрее ликвидировать. Потому что вот эти вот вспомогательные чувачки, которые, как скажем, фантомы, для нас никакой сложности не представляют. Давай, бой, молнии свои. Куда он там прыгает? Ага, черт. Блин, за всеми, конечно, следить здесь большая, ребят, проблема. Не понял, ассасинка вышла? Оу. Так, значит, теперь у нас тут все усложняется, потому что и она, и этот старик сейчас будут нам тут давать шороху. Ну, как видим, у ассасинки очень мало здоровья. Давайте их раскидаем. Отлично. И продолжаем добивать. Есть смысл, кстати, нам завалить в первую очередь ассасинку, потому что у нее очень мало здоровья. Так, вертушка у меня готова. Ах ты, сбила. Ну все, получите и распишитесь. Ну, давай, давай, давай. Есть, все, ребята, остался лишь старик, которого сейчас мы... Да, мы его добили. Ну, как я вам и говорил, все здесь будет довольно легко и просто. Главное, что мы с вами зарабатываем сундук. Да-да-да, все так и есть. Ранг S и 184 бакса мы получаем. Так, сундук понедельника забираем. И сразу будем его активировать. 6 часов разблокировка идет. Ну, а теперь, в принципе, ребята, мы с вами будем переходить в основную сюжетную линию. Называется «Воздушная походка 1». Так что давайте не будем себя долго здесь заставлять ждать и сразу переходить, естественно, к делу. Так, мы с вами на крышах опять находимся. Ну и здесь у нас будут обычные бандиты всякие, да. Я больше уверен, здесь и амбалы будут. Так что с ними мы разберемся. Надо всех немножко раздвинуть в разные стороны. Потому что стоят они все в кучу. Так, давай-давай-давай, стрелок. Не подкачай. Ну что ты, елки-палки, не смог, как говорится, дострелять этого чувачка. Так, якудза появилась. Тем более двое.
Давай. Вот так, провокацию на себя приняли. Раскидаем. Так, неуязвимость нам никогда не помешает. И будем расстреливать стрелком уже. Бум, готов. Еще один выстрел. Шикарно. Куда? Куда они идут? На кого? По-моему, они все должны на тюремщика идти. Да, так оно и есть. Воу, тут еще и жуки появились. Напомню вам, ребята, что эти жуки вот так делают. Они взрываются. Поэтому лучше возле них не стоять. Так, подожди, это надо отменить. Нет смысла сейчас это делать. Вот еще парочка бандитов выходит. Да хорош уже бой это лупить. Не, эй. Достали на самом деле. Так, отойди, бой, оттуда. Нечего тебе там стоять. Вот так вот. Молодец, наказал одного. А вот, ребята, и амбалы вышли. Так, он за кем идет, я не могу понять. За боем, что ли? Нам этого не надо. Так, хилка, отойди. Отлично, ниндзя промахнулся. Как всегда. Так, тихо, тихо, не успеет. Да, не успел он сделать свой пронзающий удар. Так, по-моему, надо, ребят, что-то здесь менять. Хотя нет, все нормально, все пучком. Давайте его откинем отсюда. И мы его еще при этом шлепнули. Ну, ждем следующую партию, ребята. И вот она не заставила себя долго ждать. Два якудзы вышло. Молния нам в помощь. Так, тихо, тихо, тихо. Что ты там чудишь? Вот, не пройдете, как говорится, далеко. Даже третий у нас попался под вертушку. Ну, правда, его немножко покоцало. Так, не успеет. Как они меня бесят, ребята, вот своими вот этими вот сетками. Они когда в сетку заплетают тебя, ты не можешь двинуться. Так, сейчас у меня там заключенный, я надеюсь, разберется со всей этой... Вау! Один все-таки вырвался оттуда. И идет за моей хилкой. Гад! Так, еще жук появился. Жук идет, наверное, тоже за сосинкой, скорее всего. Но мы попробуем его расстрелять. Вау, у меня боксер полег. Ой, боксер, ребята, заключенный. Черт подери. Нужно что-то делать как можно срочнее. Ну, во-первых, мне нужно сейчас его воскресить. А для этого нужно увести хилку подальше. Хотя бы вот так вот. И, пожалуй, да ладно, еще и в сетку закутали. Так, нет, ребята, мы без заключенного не справимся. Нужно резко его восстанавливать. Все, он опять в деле. И сразу раскидываем. Оу, тихо, 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 ребята. Нужно мне как можно срочнее уводить. Так, давайте их подобьем. Блин, хилка. Отойди, отойди, родная. Фух, успел. Успел, ребята. Посмотрите, у нее очень мало здоровья. Но здесь вышли стрелки. Это очень опасно, потому что они будут стрелять. И не дай бог по хилке. Так, готов. В кого стреляют, я не вижу пока стрелок. Давайте вот так вот сделаем. Стрелок, ё-моё, ну в кого ты стреляешь? Вот, давай, 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 добей вон того. Отлично, все хорошо получилось. Фу, выровняли ситуацию, ребят. Но единственное, что у заключенного очень мало здоровья. Так, неуязвимость нету нифига, к сожалению. Так, добьешь? Да, добил. Блин, нифига тут, ребят, смотрите, сколько баксов валяется. Давайте все это дело подбирать. Также, я смотрю, лежит ствол у нас для стрелка. Дробовик. Может быть, даже его сейчас поднимем. Также я вижу, перчатки для боя лежат там вдалеке. Так, захватим его в помойную тюрьму, чтобы не двигался здесь. Ну? Так, один готов. Давай-ка, бой, возьми перчатки. И начинай потихоньку бросать свои снаряды. Очень хорошо, в кого, чего? Вау, уводим, уводим, уводим всех из-под зоны, как говорится, обстрела. Так, отойди, стрелок. Ну что, вроде бы как справились здесь. Кто у нас сейчас выйдет? Опять якудза. Так, боя поймали. Ну, для него, ребята, это, кстати, не проблема. Он может телепортироваться в любую точку. Для него эти сетки не страшны. Так, кто там? А, ниндзя попался. Ха, прям под удар. И еще один выскочил у нас здесь. Давайте его, наверное, не понял. Почему у меня один выстрел идет туда, другой на толстяка, когда я хотел, чтобы оба пошли на ниндзю. Опять жук выходит. Ах ты, жук навозный. Сейчас получит, ребята, этот жучара у нас. Хотя мы можем даже отойти, и он там сам себя взорвет.
в принципе, без потерь для здоровья. Разбросаем. Пускай немножко отдохнут, подумают над своим поведением. Вот, жук взрывается, ребята. Грубо говоря, он в холостую просто взорвался, никому не причинил вообще никакого урона. Слушайте, что так долго? Почему, я не могу понять, а? Неужели еще волна пойдет? Какой-то длинный затяжной здесь уровень получается у нас. Ладно, не беда, разберемся. Так, у нас еще один амбал появился. Я вижу, он хочет у меня подойти к хилке, но у нее, как видите, стоит щит. И он, естественно, к ней не пройдет. Хотя нет, он идет на стрелка. Ага, вот так вот, значит. Давайте, наверное, мы вот так сделаем. И в тюрьму его помойную захватим. Все, и уже будем здесь потихоньку его разбирать. Вертушка. Я надеюсь, что это последние враги. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, сбили с ног. И давайте уже добивать его. А, вот же еще хилка тут стоит вражеская. Я ее не увидел, да, ребят? Это были последние бойцы. Слушайте, все довольно неплохо. Хорошо, конечно, была критическая ситуация у нас, когда слег заключенный. Но хорошо, что у меня хилка может резать. И, естественно, мы его подняли. И все у нас пошло как надо. Так, ну что же. Второй этап у нас. Называется «Воздушная походка 2». Давайте приступать, смотреть, кто здесь. Опять мы с вами на крышах. И ждем врагов. Ну, в принципе, все ожидаемо, ребят. Я думаю, что те же самые враги у нас будут. Якудза, стрелки, амбалы. Так что будем потихоньку их разбирать. А следующий этап у нас уже будет босс. И я хочу посмотреть, кто там будет. Поэтому, ребят, обязательно мы это дело с вами глянем. Так, отойдите отсюда, якудзы. Эть, успел все-таки бросить свою сетку на стрелка. Так, на кого? На кого он там идет? Эй, на боя. Ладно, в принципе, это все ерунда, ребята. Вот самое страшное здесь в данный момент — это вот эти стрелки. Поэтому их нужно в первую очередь ликвидировать, для того, чтобы они не стреляли издалека по моей хилке. Она нам здесь очень сильно нужна. Без нее я ничего не смогу сделать. Так, разбросаем. Все, и стрелка я этого хочу сейчас Оу, машина. Так, срочно хил. Все, нормально, выровнялись. Так, там жучару не увидел, а? Вы посмотрите, как он своим взрывом очень много отнимает здоровья. Практически половину хп он снял у тюремщика. Ладно, продолжаем. Все, с этими расквитались. Взяли броник себе. Там у нас еще, кстати, двое очков лежит по разным сторонам. На крит-атаку. Тихо, отойди, отойди, отойди. Все, перебили. И здесь у нас уже появляются роботы. Так, роботы, я надеюсь, не будут у нас рассыпаться на маленьких. А то не очень-то хотелось бы с ними тут драться. Давайте-ка массовую стрельбу включим. Давай, давай, стрелок, добивай, дожимай. Ну, отлично, молодец. Нет, смотрите-ка, на маленьких он распался все-таки, а? Этот робот чертов. Но справились. Так, возьми очки. Так, опять у нас вышел здесь ассасин. Ой, ассасин, якудза, конечно же, и ниндзя. Сейчас, сейчас, ребята, разберемся с ними. Прыжок. Куда ты лезешь, а? Вот скажи мне, куда ты лезешь? Все, мы взяли, ребята, провокацию на себя. И сейчас они все пойдут на моего тюремщика. А тот, в свою очередь, конечно же, будет бить вертушкой. Но, получили. Так, последнего сейчас добьем. Все, еще одна волна, как говорится, повержена. И ждем следующих. Опять вышел, опять свои сетки бросает. Ну, уже на этот раз на хилку. И у нас ниндзя, который, кстати, стреляет именно по ней. Поэтому нужно его как можно быстрее ликвидировать. Давайте-ка попробуем. Отлично. Все, ниндзя нету. Но здесь у нас два стрелка. Хилимся обязательно, потому что очень мало здоровья. Якудза минус, стрелок минус. И вот этого надо добить. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, не взорвись. А он взорвался, ребята. Или мы успели его шлепнуть, этого робота. Потому что здоровье не потратилось. Ладно, вижу, еще один якудза выходит. Опять робот. Давай-ка свертухана попробуем разбомбить как можно больше. Тут стрелок с той стороны вышел. Так, давайте молнию запустим, наверное, с вами. Ага, все хорошо. Нормуль. Так, подожди, опять машина, видимо, поедет сейчас, да? Так, точно, но мне по кому не попало, кроме как по заключенному. Ну, тот парень у меня крепкий, поэтому бояться за него не особо там нам стоит. Стрелок, слушай, ты меня достал, а, уже здесь.
Вот так, отлично. Даже кристаллик нам подарил. Так, ну-ка, стрелок, забери кристалл. Так, отлично. Ну, обычные, ребята, бандиты здесь выходят. Опять якудза. Так, сеткой поймал, у меня боя. Ну ладно, это все ерунда, ребят. Давайте отстреливаться. Так. Дождик, как говорится, из пуль сделаем. Ну-ну-ну-ну-ну. И давайте вот этого, наверное, прихлопнем. Слушайте, сейчас, я думаю, еще должны быть амбалы. Потому что их здесь что-то нету. Ну, стопудово должны пойти. Вот они. Как говорится, только вспомни. И тут же появится. Пока он в тюрьме, нам нужно его как можно быстрее разобрать. Неуязвимость обязательно. Укрепим своему заключенного. Так, молнию бросим от боя. Ну вот, в принципе, уже неплохо, совсем неплохо. И сейчас еще массовым ударом давайте. Луч смерти от самого боя. Ну, стреляем. И еще один снайперский выстрел. Готов. Так, опять я смотрю, там робот вышел. Так, уходим, уходим, уходим. Мимо. Амбал готов и якудза готов. Но это, ребят, не все. Смотрите, продолжается у нас бой. Второй амбал выходит. Сейчас быстренько мы его раскидаем. Там стрелок. Вражеский. Берем провокацию на себя. Но, по-моему, для них это, ребята, фигня. Не действует абсолютно никак. Они куда хотят, туда и стреляют. Это единственное на тех, кто идет. И якудза тут выходит. Ага. И, как обычно, охотится за моей хилкой. А мы сделаем вот так вот, чтобы он к ней не подошел. Ха-ха, пускай теперь стоит там рядышком и тусуется. Слушайте, здоровье у моего заключенного не так уж хорошо, поэтому хилимся. Все, отлично. Пока у меня все целенькие, все здоровенькие. У меня накопилась молния отбоя, также супер удар луч. Отойдем оттуда. Даже не понадобилось. Ну что же, я вам скажу одно, ребят. Мы прошли здесь на отлично, ранг S. И мы зарабатываем 150 долларов и 2 кристалла. Так, и маленький сундук. Ну, это не актуально для меня. Так. Следующий уровень, как мы видим, у нас будет с боссом. У меня, наверное, очень много предметов накопилось. Поэтому давайте их тратить на вот это вот колечко. Ну как много? Не так уж и много, ребята. Поэтому, наверное, думаю, что не прокатит. Ну-ка, раз, два. И колечко вот это втюхаем. Да. Не особо много, ребята, у нас увеличивается. Но, тем не менее, будем усилять. Я хочу прокачать дубинку у заключенного, чтобы она была полностью на максимуме. Чтобы она меня больше не нервировала. И приступаем. Давайте смотреть, кто у нас здесь и что за босс такой. Но. Так, начинается у нас с обычных бандитов. Ладно, будем их потихоньку разбирать. Хотелось бы, конечно, увидеть, что здесь у нас будет за босс. Ага, вы смотрите, кто у нас появился, ребята. Опа, опа, опачки, берем провокацию срочно. И вертушку надо будет делать, ребята, через неуязвимость. Так, я попробую как можно максимально нанести дамага. Так, отлично. Давайте стрелять, вот только по кому, я не знаю, ребята. Ладно, давайте так сделаем. Теперь стреляем безудержно из двух, как говорится, пистолетов. Кто из них здесь главный? Вот что я думаю. Вот эта, которая с мечом ассасинка? Или которая у нас идет с когтями? Слушайте, ну по идее с когтями она опаснее, потому что будет вызывать своих двойников, наверное, как обычно. Ладно, давайте, как говорится, кто будет попадаться нам под удар, того и будем в первую очередь разбирать. Так, давай-ка стреляй, стрелок. Ты мне нужен. Но это бесполезно, ребят, потому что они все время двигаются в перемещении. Поэтому их поймать на одной точке — большая-большая проблема для нас. Так, давай, стрелок, мы тебя укроем. Я надеюсь, это поможет. Нифига, ребят, не помогает, она все равно его пробивает почему-то. Из-под тишка со спины бьет. Ладно, у этой-то уже здоровье поменьше, а вот у той сколько. Так, опять, опа, опа, смотри, что она делает. Телепортируется и бьет в спину моего заключенного. Где вертушка? Вертушка готова. Давайте приступать к ней. Пускай они подходят под удар. Так, отлично. Давай стреляем. Так, может быть, вот ее схватим в помойную тюрьму. Пускай пока постоит здесь. Так, и, наверное, нам нужно... Нет, подхиливаться пока не будем, ребята. Оу, только не говори, что ты... Да, ребят, смотрите, она сейчас будет вызывать фантомов. И кто это у нас?
Заключенный боксер. Зашибись. Вот что я могу сказать. Здесь нужно, ребята, как можно быстро действовать и разбирать вот этих вот всех охламонов. Потому что они сейчас нам такую тут трепку могут задать. Очень-очень проблематично тут за всеми следить. Плюс при этом, ребята, комментировать. Поэтому иногда могу запинаться, наверное. Ё-моё, нет-нет-нет-нет-нет, заключенный, нет. Живи-живи, родной. Так, он не нужен, ребята. Нужен живым. Эх, блин. Хилить-хилить нужно, а у меня не готово еще, ребята. Не готов отхил. Так, давай схватим ее в помойную тюрьму. Она достала, ребята, атаковать на самом деле. Так, попробуем вот так вот сделать. Расстрелять маленько, плюс молнии от боя. Будем спасать свою команду любыми способами, ребят. Главное, чтобы не завалили мне, конечно же, мою хилку. Ах, ее глушили, ё-моё. Черт подери. Ладно, применяем вертушку. Потом, наверное, сделаем с вами прыжок. Раскидаем их в разные стороны, чтобы нам не мешались они. Отлично, вообще шикарно получилось. Ребята, с фантомами мы разобрались. Опять эта ниндзя вылетела. Так, давайте-ка... Ах ты, куда она там? Не-не-не-не-не, не надо трогать мою хилку. Отвяжись ты от нее. Давай-давай, убегай. Так, нам нужно, ребята, сделать, знаете что? Наверное, щит. Давайте-ка, ну вот так, чтобы к ней не подходил никто. Отлетит? Нет? Нет, не отлетает. Это вот этот вот удар у нас только может ее откинуть. Ну, нам бы хотя бы с одной сейчас справиться, а потом уже будет все намного проще, я думаю. Есть, отлично. Так, что? Ты посмотри, на нее не действует тюрьма, она все равно телепортируется. За спину и атакует, только я не вижу, где она. Где она? Или мы ее подбили уже, ребят? Нет, вон она появилась. Сейчас, осталось совсем немножко. Мы ее добьем. Так, подхил, как говорится. Но... Осталось-то совсем чуть-чуть, ребят. Давай, есть! Минус одна, ребят, все. Осталась у нас ассасинка, которая идет с когтями. Мы ее сейчас, естественно, будем разбирать. Я надеюсь, никаких больше фантомов она вызывать не будет. Так, что у нее там по здоровью? Так, стрелок, отойди оттуда, пожалуйста. Отойди, не стой там. Где у нее основной? Вон он, основной персонаж ее. Зачем я это сделал? Не пойму, ребята. Так, нужно мне ее ловить. И будем сейчас, наверное, с вертушки пробовать. Так, переключилась она. Давайте применять. Отлично, все хорошо. И уже, как говорится, все силы на истребление. У нее здоровье там сколько? Я не вижу, ребят, ХП у нее. Но неуязвимость. Теперь у меня начнет... Ах ты! Ты посмотри, опять она своих двойников вызывает. Что у нас по здоровью? По здоровью у нас все хорошо, все целенькие. Все отлично, ребята. Так, боксер. Ой, боксер. Почему так охота его боксер назвать? Хотя это он мне заключенный. Давай. Добили, нет? По-моему, нет еще. Все, из последних сил, ребят, мы с вами... Куда? Что? Да ладно, она еще успевает на дорожку выкинуть двойников. Кто? Опять у нас тут заключенный. И боксер. Хорошо. Блин, ну, самое главное, что они не такие уж и сложные. И разбираются довольно легко. Это, как говорится, большой плюс нам на руку идет. Так. Давайте его добивать. Плюс еще капсула у нас от боя. Давай. Отлично, хорошо. Ну, я думаю, что вражеский заключенный готов, этот фантом. Ну и боксер, в принципе, ребята, тоже. Так, давайте ждать, когда... Блин, ты посмотри, за... Вот, все, давай, выходи сюда. Как тебя там звать-то величать, я уже забыл. Оу, у нее очень мало здоровья, ребят. Буквально один хороший, как говорится, залп по ней. И все, и она будет готова. Надеюсь, бой... Да. Бой нам в этом деле помог. И давайте добивать фантомов. Ну. Есть! Да, ребята, этот уровень пройден, но я вам скажу одно. Он был слишком жесткий. Тут нужно было успевать контролировать своих, как говорится, бойцов. Да, мы получаем ранг S. $150 плюс прическа Мика. Да, как-то так. У нас с вами 1500 голды. Можно, в принципе, заглянуть, знаете куда, в таланты и посмотреть, что мы можем с вами приобрести. Хотя этого очень мало. Боксера я не буду развивать. Так, здесь полностью. Здесь у нас сколько?
1800. Буквально немножко не хватает, ребята. И больше я, в принципе, ничего не смогу здесь сделать. Да, здесь нужно 2400. В принципе, это не беда. Я обязательно, ребят, накоплю доллары. Мы все это с вами приобретем. Так, давайте-ка заберем здесь. Ага, 5 алмазов и костюмчик. Все. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы увидимся уже в следующей серии, в новых видосиках, и продолжим играть в эту игру. Так что всем удачи, всем пока и до новых встреч.